В городе Макушино сдан новый трехэтажный 24-квартирный дом. 9 квартир предназначены для детей-сирот, 15 – для граждан, до этого проживающих в аварийном жилье. Все квартиры имеют чистовую отделку. В каждой есть электрические плиты, сантехника, индивидуальные приборы учета. Также установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов и воды. Общая площадь дома более 1200 квадратных метров. На его строительство было выделено 24 миллиона рублей. Пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что сегодня по программе переселения отстраивается еще 3 одноэтажных дома для 12 семей. Эти дома готовы на 70%, и их сдача планируется осенью 2016 года.